Ну что, привет, народ. Продолжаем, короче, где остановились. Наверное, эта серия, она выйдет не особо большой. Ну, посмотрим. Просто мне скоро на работу еще собираться, знаете, такое дело. А, нас там немного радиация разъебывает. Пойдем, короче, сейчас на мутантов поохотимся. А, что, кстати, по радиации? 167. Ну, давай закурим это дело, короче. Чтобы просто картинка поприятнее была. Да? Да. Все, и больше не хватаем радиации. Только сейвик делаем. Типа все еще ебет, да? Ну мало. Это, наверное, то, что хпшки мало. Давай, короче, я хильнусь. И сейчас картинка вроде должна стать нормальной. Не буду жадничать на этом, скажем так. А где там этот мутант обитает? По-моему, на АТП, нет? Дальше. Дальше АТП. Где там на зелени, я понял. И, сука, давай-ка музыку опять потише сделай, блин, задолбало. Звуковое устройство. ИАКС. Что такое ИАКС? Я просто заебал эту музыку гребаную переключать постоянно. Динамическая музыка. Не знаю. Что, на Марио не влетел? О, господа зомбированы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так я, короче, без денег и остался, да? Первый. А, она же глушенная у меня, поэтому я думаю, а где-то звук, блядь, от стрельбы. Типа вообще глушенная, глушенная, да? Вот этот недобитый. Давай слежим. Ничего полезного. Что это получается? Я просто так влез в аномалию, да? И просрал там какое-то количество денег. Опа, а там что, братки? Слушай, походу, братки, а у меня есть задание, короче, там за нашивками. Да, братки. Они даже не понимают, откуда по ним работают. Слушай, ну не, ну как-то прям вообще без звука это как-то не то. Третий будет или вас только двое тут? А, папам, давай на продажу. Мне больше твои нашивочки интересуют. Сюда, сюда, сюда разрядить. Что это за пистолет? ЦЗ-52. У него калибр, по-моему, там от ТТшника вообще, я смотрю. Да. У него калибр пистолета ТТ. Давай-ка я тут сверху еще осмотрюсь. Может, какой ништяк будет. Ништяк. О, слушай. Водочку подлутал. Ему подхиляться бы еще чем-нибудь. Так, мне радиация есть, мне радиации нету. Не знаю, на похавай, короче, просто. А у нее это мясо еще отняло хпшку.
А ты пролезешь тут, толстожопый? Вот так вот. Ну все, бандосов тут больше нету, по идее. Две нашивки мы лутанули. Где там наши мутанты кровоядные? Вот там вот они. Ну, на мутантов лучше с автоматическим идти, как по мне. Травоядные. Либо кабаны, либо плоти. Кабаны с плотью. Ну, плотька. Так, что это, клин, что ли? Ну, блять, убегает. Еще и третий еще должен быть. Не, нету. Ну давай пойду с этой плоти срежу. Что можно срезать? Да что по патронам? Ну такое. Если там походу реально клин был. Ничего полезного. Ну, за квест хотя бы денег дадут. Да, наверное, пока со скорости поработаю. Что еще по квестам? Где я могу еще заработать? На этой локации больше ничего. А на других ближайших. Так, там болотный доктор. На агропром надо сходить. Ну пошли к поляне туда на агропром. Чтоб не бегать там по много раз. Потихоньку выполню. Заскочу там. Продам, может, еще чего-нибудь по дороге сейчас. Что-то здесь злодерек такой. Пустой. С водочкой. За это отдельный респект. Так, там уже никого нету. Вроде никого. Давай, сейвик. Радейки нету, радейки нету. Опа. Весь братан приуныл. Миша Перес, нифига себе у тебя аватарка. У Мишки Перца-то. Что-то последний выживший, что ли, был? А кто вас тут так потрепал? Братва. Братки. Или ты своих корешей завалил, а? Я блутал их еще. Что там у тебя? Да, он с... Поснимал-то, короче, там своих братвы своей. Ренегаты. Давай боеприпасы, короче. Неполоманные пушки. Все это денег стоит. Нашивки бандитов, ренегатов, вот это, вот это, вот это. Вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это я с тебя возьму. Оно в хорошей кондиции. И у меня почти перевес.
Давай им по пятку еще возьму. Может, ее купят по нормальному курсу. И все, сейчас в эту деревеньку продамся. Но это я выгодно его встретил. Сколько у меня там нашивок бандитов? 4. Ничего, накопим. Вот так сюда. Сюдемс. Здорово. Давай, короче, забирай вот эти стволы, которые я пользоваться не буду. Боеприпасы мне не нужны. Журналы вон забери. Что бы тебе еще сдать бы? Вот эти фаера мне не нужны. Тюбик клея. Я ремонт оставлю. А, что это? Набор для стрижки, разбирать вещи. Давай оставлю. Всякие пистолетные калибры тоже забирай. Так. Нашивки все я буду оставлять, мало ли там для квестов. Калашовский глушитель. Кстати, он должен, по идее, для моего подойти калаша. ПБС-4, ну вроде. А почему только для АК-74У? Ну типа пламегаз снимаешь, этот вроде должен хорошо на него становиться. Вот даже те, кто в танков играют, знают. Ну давай, ладно, если он только для Ксюхи в этой игре, то забирай. Хотя глушители, я смотрю, здесь как-то, блядь, они не совсем правильно работают. Сколько у меня бабла? 20 тысяч. 20 тысяч. Я бы хотел у Морсик костюмчик какой получше. Ну, на меня сейчас, наверное, на него хрен хватит, да? Это мне, короче, сразу надо искать. Короче, идти просто по квестам, выполнять их и все. Давай мне там медицины. Чуть-чуть. Хочу взять у тебя. Ну, все, да? По идее, все, наверное. Давай, погнал. Немного по килограммам разгрузился. Запасные остались. ХПшки для нормальной видимости еще хватает. Можно не хиляться пока что. Сейф и, короче, на гробком, да? Да. Определенно. Так, все, оружие перезаряжено. Давай вот так сложу, побегу. Так, тут уже никаких мутантов нету. Вроде пока никого не наблюдаю. Ай, точно, я же, блин, начал вторую серию записывать. Я же хотел, короче, выйти из игры, перезагрузить, типа, уменьшить высоту травы. Я, короче, так этого не сделал, потому что времени в обрез у меня сегодня, потому что перезаписываю. Чё, запыхался? Пыхтачок. Давай дальше побежали. Там же сейчас никакая братва не сидит, нет? Я бы какой прицел на свой СКС. Кстати, надо было, может, этого дядьки купить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально тут у вас фонит, господа. Ну-ка давай косишку. Чё, братва, как оно? Никого нету? Ну, вроде никого. Здесь вроде тоже ничего, да? Давай ящик.
Какие-то говняные патроны подобрал. О, вот это солидно. Так, давай эту, блядь, картинку уберу. Блин, триденица, что ли? Ну, какие-нибудь таблетки, которые дешевые бы, чтобы можно было эту фигню добивать. На батон съешь, короче, нормально тебе должно стать. Все, пацаны, короче, в темную долину идем. Давай. Ну, нормально, картинка стала получше. Плейбой. Так, а мне тут куда топать в этой темной долине? Пух. Ну, я понял, куда. Далековато, если честно. Тихо, мистер Аномалия. Кто там сидит? Это мне кажется. Давай спросим. Ну ты ж не бандос, нет? Или ты бандос? Я тебе бандосы, у нас там сидят. А я их не вижу так. Ай, ну вас нафиг, слушайте. Ну, серьезно. На шинке я еще успею подлутать, да? Здорово, братва. Как оно? Тиратуюсь. Боюсь, чтобы там не облучиться. Вот сейчас пойду по этой зоне. Просто чтобы сэкономить немного расстояние. Ну да, блять, вот смотри, уже летит радиация все. Ж вроде немного. Не, блять, сука, много. Мне реально костюм еще надо. Блять, еще и аномалия. Спасибо, что отпустила хотя бы. Давай сишки курить. Все, у нас больше сишек нету, но у нас, если что, только водочка есть. О. Давайте. Мне просто впадло их ножом добивать уже. Патронов вроде хватает. Ничего полезного. Ты тоже какой-то бесполезный. И ты бесполезный. Ты сборище бесполезных зомби. Радейка 31, нормально, живем. Так, я ж правильно иду. Ну, блядь, достань просто карту. Да, все правильно иду. Если зайдем оттуда, откуда нас не ждут. Че, может к этому, к бармену сходить, туда на базу долго? Посмотреть, что у них там. Ты же далековато идти, но... Так, скорее всего, вот этого чепуха будут тут бандюки держать за заложниках, да? Ну точно, вон бандосик. Вот сейчас мне в ответку полетит.
Давай-ка лак возьму. Гранат у меня нету никаких. Гранат у меня нету, блядь, никаких. Я, блядь, вас за этой мотнёй не вижу. Блядь. Патроны закончились. Так, минус один. Давай, аптечку. Все? Ну чё, как, живой? Хочешь жить, идем со мной. Все, давай, погнали. Это я возьму с собой. О, Калакыч. Ну ладно, держи уже. Будешь помогать отстреливаться. Так, и давай-ка я, сука, опять эту музыку гребаную сделаю потише. Ненадолго, но поможет. На продажу пойдет, да? Всем 62 на 54. Пам-пам-пам-пам-пам. Да, это выброшу. Подробно разобрать. Переместить. А, в труп, короче, перемещу и все. Слушай, а тут торговцы сидят. Просто тут я мог бы посмотреть одну интересную вещь, которая могла бы мне пригодиться для квеста в будущем. Барахолка. Так, слушай, подожди, я еще загляну сюда. Патроны. 5,7. Ну, это на этот, на, не знаю, P90, там, пистолет тут еще. Как он? 5.7, короче, о, забыл название. 5.7 пистолет. То есть прикольный пистик. Слушаю тебя. О, все, ребят, короче, я заканчиваю серию. Всем спасибо. Всех люблю, целую, пока. До встречи в следующей серии. Все, покеда.